Очередной конвой с продуктовыми товарами отправили для бойцов Ульяновской бригады ВДВ, которая сегодня находится на передовой, защищая жителей ЛДНР и отстаивая интересы России. Солдатам передадут все самое необходимое – крупы, сахар, тушенку, чай, кофе, а также средства личной гигиены, бытовую химию и медикаменты. В список вошли также 3 дизельных генератора. На линию соприкосновения 1000 коробок доставят самолетом уже завтра. Такие конвои – способ поддержать наших героев. Ну, это не первый уже конвой, который мы отправляем нашим ребятам. Как бы я считаю, что это делается для того, чтобы поддержать ребят как морально, как боевой их дух поддержать, что они их помнят, они не забыты, потому что те военнослужащие, которые сегодня выполняют задачи по защите наших рубежей, они делают благое дело для нашего будущего поколения. Неоценимую помощь нашим военнослужащим оказывают 1000 людей. Каждый из них хочет внести свой вклад в большое дело, помочь всеми возможными способами приблизить победу. Всего с начала специальной военной операции по поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских было отправлено медикаментов, продуктов питания и технических средств более чем на 100 миллионов рублей. Алина Тихонова, Герман Баранов, Ул.Правда ТВ.